Адамов грех нарушил связь меж небом и землей. Болезни, голод, смерть и власть принес тот грех с собой. Не стали звери есть с руки, их взор наполнил страх. Среди пшеницы сорняки всходили на полях, и в человеческой душе пустило корень зло. С тех пор немало бед уже оно нам принесло. Вот самый первый зла росток. Из праведной земли после изгнания на восток Адам с женой ушли. Они родили сыновей. Был Каин, старший брат, и Авель младший. У детей был очень разный нрав. Один задира и юла, другой, как агнец, тих. Но время шло, нашлись дела для каждого из них. Сын старший земледельцем был, а младший пас овец. И жертвой каждый брат решил отметить дел конец. Бог принял жертвы пастуха, а земледельца нет. Его душа была суха, и в этом весь секрет. Но Каин, завистью дыша, обиды не простил, восстал на брата своего и в поле умертвил. «Как ты посмел, — Господь сказал, — пролить чужую кровь? Зачем на зависть променял ты братскую любовь? Теперь ты злобой одержим, ведь нет греха лютей. Грех делает тебя чужим для Бога и людей. Ты впредь скиталец на земле, уже не сын, не брат. Лишь покаяние тебе откроет путь назад».